начинается нормальная работа. Так, значит, ой, все подряд. Денис пишет: добрый вечер, Валерий Константинович, меня зовут Денис, я из Свердловской области, Сухой Лог, 1,5 часа от Екатеринбурга. Мы с супругой 3 года назад приобрели дом 17 соток. Хотели заняться с плодовым садом, вот, в частности, абрикосами. О персиках даже не мечтали, так как все знакомые уверяли, что все опыты с данным фруктом у нас в области агрессивно провел. Ребята, это я к нему обращаюсь и ко всем. Есения, я пока ты слушаешь. Самое легкое — вырастить персик, это не вообще поражается. Вот, да, у них же этот самый Екатеринбург, это считается даже не юг, а срединная уже Урал, так? Вот, самое легкое, но это отдельный разговор, надо будет учить. Ты уже читаешь книгу, да? Ладно. А все остальное действительно трудно. Сам сад заложили, яблони, груши, слива, луча, что обычно встречается у нас на Урале. С абрикосами не заладилось. Купили 2 дерева, чемпион севера, еще один, где название фигурировало в север. А что это такое, сейчас скажу. Ну, в общем, понятно, это самое. Я тоже говорю, везде, где пишется слово «север», считайте, что все вылет. Они не пережили даже года. И тут я наткнулся на ваши статьи, удивился, что все возможно. Подскажите, с чего начать? И что можно приобрести у вас для Урала, дай бог, и у нас будут расти персики и абрикосы. Значит, смотрите, я сейчас, когда человек, поверьте, в неделю 5-7 таких вопросов, в год 200-300, и что получается? Я каждый раз, вот сейчас ему начну объяснять, с чего начать. Физически невозможно, с времени все-таки не хватает. Что я делаю? Вебинары провожу. Смотрите сюда. Начинаю с самого начала. Итак, основа основ – это мой сайт. Набираем по-русски. Сайты. Дальше еще 2 слова. Садово-Дожелезово. Да? Вот. Вот его название на английском. Сосип народ. Вот можно по-русски. Официальный сайт, как угодно. И вы на сайте. Теперь так. Как я в таких случаях говорю? Вначале под язык валидол. Вот. Под язык валидол, а потом уже все остальное. А что такое остальное? Контакты. Заказывайте каталог, это самое первое. Я быстро, буквально минуту потрачу. Потому что раз за разом вот эти же вопросы. Вот. Итак, контакты, там есть мой электронный адрес. Так. Сейчас вот здесь лучше открою. Вот тут. Да. А? Как сделать сайт? Давай так, мы еще делаем. Допустим, Сеня, кого-то они сегодня никто не знал, что ты будешь выступать. Угу. Еще придешь? Еще 2 раза. Может, даже 10, 11, 12. Или 15. Тогда давай так делать. Нам надо привлечь в аудиторию молодежь. Так, ты будешь по-прежнему считаться самый юный из рекордсмен по возрасту в России. Садовод. Сколько тебе лет? Мне 8. 8. Вот. И может быть, если мы привлечем достаточное количество молодежи, тогда ты будешь вести параллельный сайт, ладно? Или этот, как он называется, канал. Итак, смотрите. Вот это есть. Как до меня добраться? Копировать. Железо в соцсети, имел собака, имел ру. В общем, поняли, да? Теперь. Здесь каталоги есть, но они все время устаревают. Дальше. Для общения, для задач вопросов. Гостевая книга. В последнее время пишут мне мало. Или потому что все уже все знают. Китайские автомобили. Убрать. Убрать. И убрать. Так. Последний вопрос был задан такой. Алексею. Нет, не так. Вначале мне вопрос задал Алексей. Я привожу просто пример. Мне здесь есть общаться. Сложные вопросы, я вас отправляю куда? Я вас отправляю на вебинар, так. Информацию даю. Цены на черенки абрикосовские на 50 рублей скидываю. Почему? Началась обрезка, уже весенняя обрезка, у нас ранняя весна вдруг. И я тогда
чтобы не выбросить, я решил вам продать, но подешевле. Вот. Теперь Алексей мне задает вопросы. Я привожу просто пример, там, где вы можете со мной быстро общаться. Чем отличается вишня культурная Жуковская и вишня Жуковская? Ничем, это одно и то же. Раз. Так. И чем отличается сын Манжурса номер раз от номера два и номера три? Вот. И у меня этот вопрос я как написал? Я написал. Отвечу на вебинаре, видите? Вот. И дождались вебинара, и один из вопросов будет там. Почему? Ну, фотографию показать надо. Я же не могу здесь развести тоже, как на вебинаре. Значит, сложные вопросы. Вот. От меня, это, Ирина Васильевна, твоя бабушка поправила. Не Арсений Сергеевич и Николаевич. И тут я не виноват, потому что это самое, возраст такой. Значит, ты у нас Арсений Николаевич. Только я не понял, Ирина Васильевна тоже в том случае вина? Конечно. Потому что правда, а что ж молча? Так, ну хорошо. А, она знает, что у тебя сегодня юбилей. Не юбилей, а как он называется? Бенефис. Итак, сам смысл поняли, да? Сложный вопрос переносим на вебинар. Ну и когда вы мне зададите вопрос уже с помощью электронного адреса, вот я высылаю каталог. Возвращаемся обратно, и получается так. И если уже в сам каталог попасть, то мы сейчас потеряем время. Закажете, получите. А мы идем с вами дальше. Вот. Дело в том, что если хотя бы, ну, вы можете обидеться, вот я опять отфутболил, а мне что бедному делать? Вот такую книгу, да, фактически это есть так называемая, не так называемая, это есть настоящая энциклопедия. Все в сжатом виде, там бывает три темы на одной странице. Никакой воды, как я люблю поговорить. Вот. Но обижаются и говорят, а вы мне так расскажите. Включает телефон, говорит, а вы мне так расскажите. С чего начать? Представляете, я не знаю ничего. Северный склон, южный склон. Вот. Иногда удивляют. До Байкаля. А у нас ниже 30 не бывает. Как, когда перед этим письмо было написано 50-56? А в Забайкале же это огромный край. Он же прилегает уже к этому, Якутии. Ты понимаешь это? Юрия Сергеевна. Представляете, какого у меня? Вот. Персики, проблем нет и быть не может. А про абрикосы расскажу чуть ниже. Так, Наталья Ярук, одна из моих верных соратниц, учениц, поклонниц и абсолютно самостоятельная личность. Итак, набираете серенады северных садов. Я сейчас покажу только маленький-маленький кусочек. А, кстати, вот ее электронный адрес. Так, вот. А дальше вы все, что захотите, узнаете. Вот переписка. Она человек публичный, против переписки она возражать не будет. Сейчас. У меня несколько почтовых ящиков. Так, это не здесь. Да, старею. Ага, вот она. Я просто покажу несколько шедевров, ладно? Давайте сюда посмотрим. Ее пока работа. Цветы. Цветы. Ой, красота какая. Там розы есть, розовые. Ты в розах разбираешься? И чайные, да? Нет, ну ты смотри, откуда ты все знаешь? Это белые или чайные? Слушай, откуда вы знаете? Я слов таких не знаю. Чайные, что, чай заварил? Угу. Так, посмотрели, да? Ладно, выходим отсюда. Еще не все. Я просто хочу похвастаться, какие у меня друзья. Дело в том, что она расширяться будет с помощью наших семян. Расширяться будет. А у нее талант. Вот, смотрите. Сильно отличается от этих, от южных. Мне когда-то голову это самое испортили полностью. У нас невозможно эти виноград. Я ни разу не пробовал. Я хочу такой. Вот, теперь ты будешь. Я не пробовал. Если буду садоводом, буду тогда яблоки, груши, персики. Рыкалин выращивает виноград. Не хуже, чем я на Украине. Абрикосы? Я был в виноградниках украинских. Я смотрел, как укореняют.
А здесь Сибирь, Рыкалин. А Питер это что? Питер это север, это белая ночь. Вот они. Вот Питер. Ну, то что я скажу? А вот я уже бизнес. Вот. А мне, знаете, все приятно. Выписал у меня крупную партию семян. И будет расширяться. Так, ну, это, Наталья, я пока все. Итак, группа ВКонтакте «Серенада Северных Садов». Вот это вот, я не знаю, как могут люди, не могут это все скопировать. А, знаете, как мы сделаем? Чем я могу? Ссылку. Копировать адрес ссылки. А вот здесь найдете. Гостевая. Запомнили? Вот она. Все, она еще активная, смотрите. Я уже боюсь туда заходить, потому что нам приходится всем сергам, всем сестрам по сергам, иначе не успею. Наталья, спасибо за фотографию. Я ответил вот этим вот.